Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы вновь рады приветствовать вас на нашем канале, где мы распаковываем самые разные посылки, в основном, конечно, с Алиэкспресса. Ну, сегодняшняя была в пути 26 дней, забрал я ее на почте, ничего необычного, срок доставки средний, очень даже все неплохо. Давайте же посмотрим, что внутри, где наши $100, опять китаец не положил, ладно, не теряем надежду, и, собственно говоря, вот то, ради чего это все затевалось. Вот такая штучка. Если вы еще не знакомы с тем, что это такое, я вам расскажу. Это выключатель Sanov Basic, который подключается к домашнему Wi-Fi и далее сопрягается с самыми различными умными домами. Понимает как Google, так и Яндекс Алису, естественно, Алексу и все-все-все остальное. Ну, вроде как, почти прямо из фирменного магазина. Вот он, Sanov. Вот есть такой quality control. Есть такая маленькая замечательная инструкция. Like it написано. Как бы есть инструкция с этой стороны. Даже вот есть на русском языке о том, как сопрягать это дело. Где-то я тут только что видел. Вот, да. Вот на русском языке кусочек, значит... А, ну и вот здесь то же самое. Различные... Так, тут есть... А, ну и схемки есть, как оно подключается, собственно говоря. Подключается оно двумя проводами в разрыв, вот таким вот образом. Ну и штука, в общем-то, удобная. И можно потом голосовыми ассистентами, либо умным домом. Ну и в некоторых умных домах ребята предлагают перешивать прошивку прямо в этой штуке. В общем, штука классная, удобная, полезная и, как говорится, очень легко монтируется, легко подключается и полезна в хозяйстве. Я считаю, что если вы начинаете или мыслите про умный дом, то начинать надо именно вот с таких коробочек и потихоньку заменять ими домашние выключатели. Сюда вот на 3D принтере печатается такая клавиша, его можно прямо вот так повесить, если не, как говорится, не требуется эстетики. И вот этой вот крышечкой прямо вот на эту кнопочку будете нажимать. Ну, а на этом у нас сегодня все. Анбоксинг завершен. Не забудьте поставить лайк, свои мнения и вопросы оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал, в колокольчике выбирайте режим «Все видео», делитесь этим видео с друзьями. А у нас на сегодня все. Пока-пока.